Друзья, мы продолжаем. Я надеюсь, что вы уже знаете, что в столице Урала будет проходить фестиваль блюза 27 октября. Артисты из США, Москвы, Санкт-Петербурга в одном концерте. Это будет горячо и интересно. Этот фестиваль сегодня к нам пришли представлять музыканты. Алексей Шмелев, доброе утро. Ну и Владимир Демьянов, лидер группы Blues Doctors. Доброе утро, мужчины. Доброе утро. Кого ждете на вот этот большой, как сказать, фестиваль блюза? К нам в гости приедут группа Folkline из Москвы. Это трое очень веселых молодых людей, которые играют акустический блюз, вот именно так, как это делали давно. Ага. У них даже в составе есть исполнитель на стиральной доске. Да, на стиральной доске играют блюз, надевают наперстки. Да, и все, все в хозяйственном духе и очень весело. Угу. Также будет группа The Jumping Cats. Это музыканты из Санкт-Петербурга, которые звучат очень здорово, и они не просто хорошо играют, но и организовывают гастроли очень известных музыкантов из Америки, из Европы, из всех стран света. И в этот раз к нам в город они привезут музыканта, который играет на губной гармонике, так же, как Алексей. Его зовут Эр-Джей Мишо. Он будет делать горячий чикагский блюз. Все будет очень красиво. И я думаю, что те, кто придут, смогут убедиться в этом лично и не пожалеют уж точно. То есть будет все такое настоящее, трушное, как говорится? Нет. Все будет гораздо лучше, чем вы думаете. Вы можете представить себе. Откуда вы знаете, как мы думаем? Мы про вас всегда очень высокого мнения. Спасибо большое. А Blues Doctors какую программу подготовит к этому фестивалю? Мы будем играть много новой музыки. Безусловно, пригласим Алексея поучаствовать в нашем шоу. Будет своеобразный фестиваль, практически даже губной гармоники. Мы сыграем несколько классических номеров, и в частности вот эту песню, которую мы хотели бы исполнить сейчас, которая называется «Большой начальник» для всех продвинутых руководителей. Страшно немножко, но мы попросим исполнить сейчас песню «Большой начальник». Да, да, она называется «Большой начальник», «Big Boss Man», ее написал блюзовый музыкант Джимми Рид, и мы сейчас с Алексеем ее исполним. Звучит она примерно так. Big Boss Man, can you hear me when I call? At night, big boss man, can you hear me when I call? What you ain't shall be, you just stole, that's all. Я очень надеюсь, что там слова было. А ты не поняла, о чем там? Большой начальник, очень хороший человек. А, большой начальник, послушай меня, пожалуйста. Ты меня не слышишь, ты меня не видишь. Давайте я вам расскажу. Мешаешь. Там все очень просто. Угу. Большой начальник, либо дай мне работать, либо дай мне отдохнуть, но не лезь в мои дела. А то я найду себе другого начальника. Все просто. Если начальника заменить на жену, в принципе, слова можно и не менять. Да, друзья, блюз — это очень-очень семейная музыка. Приходите всей семьей, там много историй, самых разных. Замечательно. Итак, рассказывайте, где, как, что, куда, как билет найти? 27 октября в 19:00 в ресторане «Гранд Урюк».
фестиваль Blues and Bottle Set, Jumping Cats из Петербурга, группа Folkline из Москвы, группа Blues Doctors из Екатеринбурга и масса сюрпризов. Приходите, билеты можно найти в кассах города, в интернете. И, кто ищет, тот всегда. И выиграть, кстати, да, и выиграть в нашем сообществе ВКонтакте, в сообществе Blues Doctor сейчас проходит конкурс, и вы можете выиграть совершенно спокойно билет. Благодарим вас за то, что пришли ранним утром к нам в гости. У нас в гостях был Владимир Демьянов, лидер группы Blues Doctors. И Алексей Шмелев, музыкант, который играет на губной гармошке. Есть какое-то определение, как это называется? Губной гармонист? Ну, да, есть разные версии, вот, кто-то называет это гармошка, губная гармошка, кто-то любит гармоника, кто-то более строго подходит. Гармонистом вот. Будем вас ну, называть. Губной гармонист, да, в самый раз. А еще губную гармонику называют саксофон из Миссисипи. Почему? Потому что из Миссисипи. Ну все, спасибо вам огромное, дорогие друзья, мы передаем слово нашим коллегам, программа «События» впереди.